Уважаемые магистранты, тема занятий сегодняшнего – методологические основы формирования механизма обеспечения экологической безопасности производственной деятельности промышленных предприятий. Итак, основные принципы государственной политики в области обеспечения промышленной безопасности – это прежде всего обеспечение охраны жизни и здоровья людей на территории страны, соблюдение законодательства, обеспечение защищенности критически важных объектов, производственной и социальной инфраструктуры, рациональное сочетание интересов взаимной ответственности личности, общества и государства и доступность для населения страны информации в области обеспечения безопасности. К полномочиям технадзора относится осуществление контроля и надзора за соблюдением требований безопасности при проектировании, эксплуатации, строительстве, консервации, ликвидации опасных производственных объектов, а также при изготовлении, наладке, обслуживании, ремонте технических устройств, которые применяются на опасных производственных объектах. Организации и проведение государственной экологической экспертизы, проектов нормативных актов, международных договоров и так далее. А также относится к полномочиям технадзора организацию контроля за проведением экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, осуществление оценки состояния промышленной безопасности, контроль за реализацией инженерных мероприятий по снижению риска воздействия опасных веществ на население, производственную инфраструктуру, экологическую систему при проектировании, строительстве, эксплуатации различных опасных производственных объектов. Сюда же относится участие в организации мониторинга состояния защищенности опасных производственных объектов, участие в создании базы данных, содержащей информацию о надежности функционирования опасных производственных объектов, организацию и контроль за подготовкой аттестации специалистов, осуществление контроля и надзора за проведением работ по повышению противоаварийной устойчивости опасных производственных объектов. К функциям относит лицензирование деятельности, да, осуществляет технадзор, это осуществляет по эксплуатации химически опасных производственных объектов, по эксплуатации взрывопожарных производственных объектов, по проведению экспертизы промышленной безопасности, выдает решение на применение конкретных видов технических устройств на опасных производственных объектах, на трансграничное перемещение отходов, озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции. К категории опасных производственных объектов относят объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества. Опасными производственными объектами являются предприятия, цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты. Что же относится к основным причинам аварийности? К ним относятся неудовлетворительное техническое состояние технологического оборудования, а также нарушение технологических процессов, старение основных фондов предприятий, прежде всего технологического оборудования, низкий уровень трудовой технологической дисциплины, недостаточная квалификация обслуживающего персонала, формальный подход к организации производственного контроля, несвоевременное осуществление и неисполнение установленных проверок, инструктажей и других мер, предусмотренных положением о производственном контроле, снижение ответственности за соблюдение требований обеспечения промышленной безопасности со стороны руководителей предприятий. Система управления промышленной безопасностью содержит концепцию обеспечения безопасности на всех объектах организации и предусматривает стратегические цели политики в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Это нормативно-правовая база функционирования системы управления промышленной безопасностью, организация функционирования системы, осуществление контрольных функций, это внутренний аудит системы, производственный контроль, организация содержания работы постоянно действующих комиссий по охране труда, а
аттестация рабочих мест и оперативная информация о состоянии условий охраны труда. Система управления промышленной безопасностью – это функции руководителей и специалистов различных структурных подразделений организации, планирование и финансирование мероприятий по обеспечению промышленной экологической безопасности, охране труда, расследование и учет аварий, инцидентов и несчастных случаев, ответственность персонала и мотивация и стимулирование работников организации. Основными задачами совершенствования промышленной безопасности является создание баз данных по надежности функционирования опасных объектов и технического оборудования, оценки эффективности действующих и внедряемых мер безопасности на опасных объектах, а также разработка и внедрение систем управления промышленной безопасностью. Также можно отнести совершенствование систем контроля управления, в том числе автоматической противоаварийной защиты технологических процессов, проведение комплекса мероприятий по развитию систем, средств и методов технической диагностики объектов и оборудования, а также оборудование отработающих расчет ресурс, но используемых на опасных производственных объектах при хранении, перевозках опасных веществ и проведении соответствующего контроля за осуществление текущего капитального ремонта.